Ну что же, забег только начал свой длинный путь. Ну а мы хотим ознакомить вас, дорогие друзья, с официальными результатами женского финала. Напомню, его выиграла с лучшим результатом сезона в Европе Екатерина Досейкина. 9:35:28. Вторая Екатерина Соколенко, Томск-Новосибирск, 9:39:73. Третья Людмила Лебедева, 9:40:45. Четвертая позиция у Ольги Деревьевой, Краснодарский край, 9:40:77. Пятая Екатерина Рогозина, Новосибирск, 9:50:01. Шестой финишировала Наталья Власова, 9:52:72. Седьмая Ольга Вовк, Ростовская область, 10:03:52. Восьмая позиция у Ольги Тарантиновой, Московская область, 10:15:74. Девятое место Вера Енизеркина, Татарстан, 10:29:98. Десятая Дарья Левина, Самара, 10:47:18. Одиннадцатый результат Анна Шелковичева, Волгоград, 10:56:48. И двенадцатая Татьяна Неразнак, Казахстан, 10:59:48. Екатерина Досейкина приглашается в отдел награждения. Ну что ж, дорогие друзья, довольно плотная группа у нас в стипльчезе. И все дружненько так преодолевают круг за кругом. Остается 5. В секторе 6 уже 5:60 у нас преодолена планка. Но мы все-таки смотрим сейчас на финальный забег, где разыгрывается очередное первое место в командном чемпионате. И первый километр. 2 минуты 50 секунд. Темп на 8:30. Ну что такое 8:30? Если будет 8:30, это где-то 33-й результат в мире и 3-й в Европе. Европейскую табличку у нас возглавляет Тарик Агдак из Турции. 8:27:46. Но это 20-й результат в мире. Джеймс Уилкинсон в Великобритании, 8:32:97, это второй из европейцев. И Люк Ган, еще один британец, 8:35:45. Вот это тройка лучших результатов на европейском континенте. Ну а что касается мирового рейтинга, то здесь первые 10 результатов, вы сами знаете, кому принадлежат, кенийцам. Эзекиль Кимбой, 8:04:12 в Дохе 9 мая. Бремен Кипрута 8:04:64 и Пол Коуч 8:05:47. Ну, об этих результатах мы даже и не упоминаем. Так, скользь. А у нас Николай Чавкин, 397 номер, пошел вперед. Достаточно известный бегун, имеющий в своем активе очень неплохие секунды в этой многотрудной дисциплине. И вот сейчас он лидер. И растягивает Николай группу. 5 человек остается в головке, но, впрочем, группа преследования шансов своих не потеряла и вполне может еще и слиться с теми, кто пытается убежать. Очередная яма с водой. Через круг мы увидим бегунов на отметке 2000 метров, а пока Николай Чавкин 4:31. Вот так он преодолел очередную яму. Цифра 4 горит на табло, и сейчас она плавненько перейдет на 3. Ну, у нас Иван Лукьянов пошел вперед. Иван Лукьянов сейчас представляет Москву. Он представитель молдавской школы бега.
имел очень неплохие показатели и в европейском рейтинге, да и в мире, в общем-то. Иван приглашался на крупнейшие старты, особенно европейские. Каждый сезон всегда начинал с того, что был готов бежать на 8.20. И вот сейчас он лидер. Чавкин за ним. 5.44. Вот если вспомнить, что 2.50 у нас был первый километр, то 2.54 второй, это, конечно, медленно. Однако в данном случае это позволяет Ивану Лукьянову быть уверенно лидером. За два круга до финиша Николай Чавкин второй. Ну и третий Юрий Клопцев бежит Москва-Алтайский край. Однако здесь же и Артур Бурцев из Санкт-Петербурга, и Ильдар Миншин, и Ильгизар Сафиулин. Кстати, вот именно Ильдара и Ильгизара можно было считать главными фаворитами в этом забеге по их достижениям. Но вот именно сейчас вот Ильгизар-то Бурцева... Нет, пока за спиной остается, и, в общем, достаточно далеко от него Иван Лукьянов. .653 очередная яма. Лукьянов начинает убегать. Чавкин пытается не отпустить его, набегает на препятствие. Ильгизар Сафиулин уходит на четвертую позицию, но достать тройку будет фантастически тяжело. Юрий Клопцев молодец просто сейчас. За круг до финиша у нас 7.18. И посмотрите, Чавкин включается. Ну и Юрий Клопцев сейчас в самой благоприятной позиции. Чавкин и Клопцев догоняют Даню Лукьянова. Какой нас ждет финиш? А все будет зависеть от последней ямы сейчас. Во всяком случае, очень много. Чавкин первый. Клопцев второй. Лукьянов второй. Вот на этой яме сейчас немножко замешивался Юрий Клопцев, но борьба все еще впереди. Очень болеют за Юрия Клопцева. Чавкин проходит препятствие. Ну что ж, Николай Чавкин, браво! И результат неплохой, я вам скажу, 8.26.98. А вы знаете, если 8.26.98 подтвердится, то лучший результат сезона в Европе. Вот так вот. Это быстрее, чем Тарик Агдак из Турции. Ну, ждем официального подтверждения. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы сможем объявить вам.